motherfucker. Привет. Смотрите, это ж наш пилот. Не волнуйтесь, Тейлор. Как она? Ей нужна помощь. Госпиталь недалеко, но я не мог ее оставить. Я пойду гляну, что там найдется. Вы побудьте с ней. Попробую починить передать. А что делать, если эта тварь появится? Прячьтесь. Несанкционированное проникновение она. Отключено приказом Аполло. Мир. И его благополучие зависит от меня. Так, добраться до госпиталя. Отправляемся в госпиталь. За таблетками пойду. И, возможно, сам умру. Смотри, что-то тут есть. Обновить карту. Плазменный резак нужен. Где я тебе этот плазменный резак? Вечно это какой-то плазменный резак. Дайте мне уже этот плазменный резак. Я не знаю. Только говорите о нем. Он реально здесь нужен. Раз он реально нужен, почему у нас его еще нет? Еще нам нужны новые штаны. Да, помощь нужна. Мне нужен врач. Слышите? Где вы? Погоди, не слышу. Поднимайся. Я открыл тебе лифт. Окей. Давай быстрее, что ты там копаешь? Да, тут, там вещей очень много полезных. Так. Через дверь даже не пытайся. Она заблокирована. Лезь через вентиляцию. Ты, говорит, не бойся. Худшее только впереди. И куда я попал? Я Рипли. Я ищу врача. Я врач. Моей коллеге нужна помощь. Нужны медикаменты. Мне тоже. К сожалению, здесь я ничего нет. Придется опускаться в амбулаторию. Как мы туда попадем? Мы? Ты же видишь, я нездоров. Давай, ты поможешь мне, а я тебе. Найди код к служебному лифту, а потом вместе спустимся в госпиталь, ясно? Код? Ну да, я тебе все подскажу. Может быть, у Морли или Линга. Сначала загляни в кабинет к Морли. Отлично, начались гребаные квесты. У кого-то из них будет код доступа к служебному лифту. Так. Ну давай, поможем друг другу. Да я уже иду. Нет, это очень страшно. Нет, не туда. Почему не туда? Перспективное было место. Какая трагедия. Какой талант пропадает. Чего талант? Кого талант? Вдали от солнца и естественных биоритмов земной жизни нетрудно сойти с ума. Печальное зрелище, что ни говори. Трагедия. Ясно. Дальше по этому коридору. Налево или направо? Ты на месте. Это кабинет Морли. Наверняка там где-то есть код. Ну, конечно же, он есть. Он есть, знаешь, где? В компьютере, ты не поверишь. Да, еще универсальный пароль. Пропуск. Морли всегда носил его при себе. В госпитале введен карантин. Доступ к отделению первой помощи имеет только сотрудник службы безопасности. Руководство госпиталя. Нарушение карантина. Универсальный пароль 17.02. Внимание, успокойся. Нарушение. Я сейчас выясняю, в чем дело. 17.02. Ты должна найти пропуск. Найти пропуск доктора Морли. Вот тут вот. В общем, все намного интереснее, чем я думал. Помните, там нам сказали, что был нарушен карантин. Это значит, что эта тварь, значит, проникла сюда. Сейчас, значит, она здесь будет ходить, бегать, прыгать, тусить, всячески пытаться нас развлечь. Но мы тоже, парни, не из робкого десятка. Мы обосрались еще до начала всей этой ситуации. И пошла. Переключение прям кардинально меняет вектор своего направления. В общем, задача какая? Напоминаю, найти гребаные медикаменты, но проблема в том, что теперь у нас есть квест. Сделать это так, чтобы нам ничего не оторвали. В общем, мы отправились на поиски приключений. Вот оно где-то там хоть. А нам нужно как-то вот аккуратно сюда и хотя бы сохраниться, да? Задача пустяковая. Угу. А чё он вообще в смысле там? Он типа застрял там, что ли? Но нам по-прежнему нужно попасть вот сюда. Сохраниться бы еще здесь, чтобы потом попасть туда. Но так, чтобы, короче, его не было тут. Ну, как бы, чтобы время было свалить, если вдруг. И как бы, чтобы он вообще нахер отсюда пропал куда-нибудь на минуту. На минутки две. Это вот как раз-таки мне достаточно было, чтобы взять то, что мне нам нужно. Вот в том кругу, пока я не знаю что. Но, возможно, это какой-то пропуск. За которым... Вот она, хоть. Смотри.
Я на мгновение подумал, что все. Наши приключения закончились. Смотрите, и он убегает. Давайте попробуем сохраниться. Так, мы сохранились. И теперь у нас, по крайней мере, есть точка... Точка невозврата. Все, теперь нам только проходить. Потому что по-другому никак. И смотрите-ка, код ввода. 617, по-моему, был. 617. Оп, давайте смотреть. Вот так. 17.02, точно. Да, ну... 17.02. Давай, моя хорошая. Это прикол какой-то, да? Это пранк, да. Игра, ты как вообще? В порядке? Нет? Почему? Ну, типа, мол, мне надо было попасть вот сюда. Ты открываешь такой дверь и там, привет. Ну, в принципе, мы сохранились. Вроде бы чисто. Давайте посмотрим. Нет? Теперь она пошла налево, мы можем идти направо. Сейчас будет. Ну, все, нам же, смотри. В смысле, он сейчас доигрывает, да? Он сейчас вернет и пернет нас. Как он прошел и увидел нас? Темнота нас скрывает? Ой, смотри, идет. Проверяем. И где он? Офигеть. В общем, медленно, но уверенно мы продвигались. Так, вроде бы пока все в порядке. Так, списочек. Морли. Есть. Мы узнали, где находится кабинет Морли, доктора Морли. У него есть... ключ-карта. Нам нужно сейчас будет выйти из этой каюты и пойти направо по дальнему коридору. Вот тут-то веселье и начинается. Да. Только я бы вернулся и сохранился. Это роскошь в данный момент. Так, не пойму, где он. Нет, вот он. Ищет нас. Он ведь знает, что мы там стоим. Просто на этом этапе алгоритм программе не дает вырывать дверь просто так. Хотя, вы знаете, он ведь может вполне поменять этот алгоритм своего поведения в любой момент. Что, кто мы такие? Его задача просто убить нас. А ведь он скрывал уже двери, и мы прекрасно знаем об этом. Эти моменты немного, скажем так, иногда напрягают. Так, мы где? Мы в каком-то восклицательном знаке. Тут сохранение есть. Что дальше? Мы сохранились. Вот, смотри. Та-да! Я заставлю тебя поднять руки вверх, да? Доску вверх. Так, это мы куда попали? Совсем чуть-чуть осталось. Ну блин, он же вон слева ходит. Прям туда, куда нам надо. Ага! И где мы? А28. А нам нужна А22. Это стопудово где-нибудь вот здесь вот. Вот в этом каком-нибудь отсеке, который не работал, ломан. Страшно. Со светом, музыкой. С чужим. Стопудово. Сейчас мы будем бегать по ходу по кругу. Классический случай. У нас тут проблема. Короче, широкий фронт для работы. В общем, мы выходим. Она тоже вышла. Ходит где-то там. Нам нужно куда-то туда. Хотя нет, куда-то сюда. Блин. Можно попробовать наверх сходить. Вроде бы там никого нет. Там тоже. Ну тогда сходим вот в эту дверку. Посмотрим, что там внутри. Первым делом смотрим, чтобы... Но у нас тут была возможность скрыться.
пусть с ума сходит. Вот как он мог знать? Он, наверное, разбирается неплохо в космических кораблях. Он в прошлой жизни был инженером. В юность, когда я еще был маленьким трутнем, мы, да, изучали основы космической инженерии. Вот допер, что если сработала сигнализация, значит, он знает, где расположен рубильник по технике безопасности в таких вот помещениях. И сразу ринулся туда. До этого он догадался, значит, а шкаф открыть? Ума не хватило. Игра. Приключения.